Так, надо перебрать сундук. Хадорчик! А? Что такое? Что? Иди сюда! Быстро! Что, полицейский, что случилось? Слушай, мы построили новый город у нас в городе! Что, серьезно? Да, что нужно сделать, вы знаете? Ребята, прямо сейчас поставьте лайк, да? Конечно, посмотри назад! Что? Что тут делают дома? Поставили лайк? Куча чего нового у нас в старом городе! Что? Вот это да! Новые дома? Да, короче! Давайте влепите лайк, и Адорчик покажет вам. Что? Вот это классная обнова, слушай. Вот это круто. Давайте посмотрим, что у нас тут добавилось. Это новые дома. Ай, Адор, ты тоже заметил? Да, как они успели это построить? Да у нас рабочие приехали. Построили за 2 дня, пока ты не снимал Dark Riddle. Серьезно? Вау! Ну слушай, мне прям интересно узнать, что туда... Что? Это же школа моя! Да, говорят, что школу добавили. Прям рядом с моим домом. Ха-ха! Чтоб детишки учились там. Давай, Адорчик, проверь, сходи в школу, сходи. Так, ладно. Вау! Новые дома, новый забор. Чтобы забраться в школу, нам надо через 2 забора перепрыгнуть. Так, хорошо, тогда я сделаю так. И раз. Не знаю, насколько долго этот наш город будет. Мне кажется, его разрушат скоро. В скором времени. Вау, что там делает? Что? Ух ты! Ты посмотри! Тут дома прям внутри этой... Получается, горы? Как они так построили? Или это все-таки монстры построили? Вообще предлагаю зайти в школу. Школа прям в старом городе. И прям можно зайти сюда, смотрите. Вау! Так, я внутри школы. Посмотрите, как это все круто выглядит. Давай эту комнату, этот класс. Вау! Нет, ну школа-то у нас вообще очупительная, да? Также есть вот второй этаж школы. И вот этот кабинет второго этажа. Вау. Так, родаки, вы дома? Вы где? А, мамуля? О, Адорчик, иди сюда. Что, что происходит вообще в городе? Почему новый город у нас в старом городе? А, ты что, не знал? Нам пристройки пристроили. И школу вам добавили, чтобы вы ходили в школу. Да ладно, что, я теперь буду в школу ходить? Да-да-да, с учениками, со всеми жителями. Да, наконец-то у нас будут новые дома, а то мы не вмещаемся в этом старом городе. Да, отлично, новые пристройки это хорошо. Да, могу вас всех поздравить, теперь у нас новые дома. Это хорошо, вы можете там теперь жить. Ха-ха-ха-ха. Добро пожаловать в новый старый город. О, отлично, теперь хоть дома будут новые. Эх, но минус в том, что рядом с моим домом каждый раз шуметь будет муравейник. И также, жители, теперь работает школа. Вы своих детей можете отправлять в школу. А то все это время в каникулах были. Это мы сами придумали каникулы. Чтобы хаоса не было. Ой, проговорился. Что? Каникулы вы сами придумали? Ладно, неважно. Главное, у нас есть дома и школа. Это хорошо. Ой, хорошо. Теперь школа начнется, отлично. Ой, давно уже не выходил в школу работать. Ребята, вы можете представить? У нас теперь школа есть! В нашем старом городе! О, это замечательно! Классное обновление вышло, да? Да, обновили город еще как. А, отлично! Тогда в скором времени пойдем в школу, да? Это точно! Я очень лад! Что будем учиться? А то я немножко не могу проговаривать правильно слова! Что? Пиксельмен, да все нормально будет, не бойся! Все выучишь, все будет чики-пуки! Вау! Блин, ну я, Саша, по школе соскучился. А, обычно школу не любят детишки. Ребят, напишите комментарий, вы любите школу или нет? Ну, когда долго школы нет, когда, например, после летних каникул приходишь в школу, ты очень сильно скучаешь, согласны, ребята? Ну да, хочется увидеть новых одноклассников, там и так далее, новых ребят. Ну да, это точно. А что завтра школа во сколько? Завтра школа в 8 утра, Сергей Анатольевич вроде сказал так. Ой, отлично. Надеюсь, без никаких происшествий будет у нас в городе.
Так, я не понял, кто построил эти дома? Ну, главное, мы заняли этот дом! Теперь он наш! А, отлично! Теперь мы будем тут жить? У нас, кстати, есть еще подвал! О, как хорошо, что у нас есть дом! О, да. Теперь мы будем следить за ними, за этими ребятишками, соседями. Ха-ха-ха, мы их соседи. О, да. Ну, короче, надо устроить им вакханалию. Очень мощную тряску для них. А то они слишком расслабились, эти жители. О, я думаю, я могу устроиться в школу. Говорят, что школу построили тоже. А я просто буду их дразнить. Да, у нас куча заданий. Начиная со школы, заканчивая с новыми домами. Мы должны много чего сделать. Ха-ха-ха-ха! О чем ты говоришь, человек в маске? Куча у нас, куча идей. И это еще не все. Мы не будем останавливаться. Хотя мы живем, блин, рядом прям с этими соседями. Бать, слушай, вообще, да, классный дом у нас стал. Вокруг прям ярко стало. Да, ярко. Проверь, что там сзади дома. Ладно, давай проверю. Схожу, посмотрим. Мне прям интересно. О, а что тут делает эта ружка? Вау, у нас тут какой-то дом стоит. Что? Смотрите. Это же наш любимый питомец. Он в меня стреляет, но он застрял. Ух ты! Я не знаю, что тут происходит, но тут очень интересно. Новые дома, конечно, захватили наш весь город. Что у нас там, интересно, на этой части? А? Это же мой новый дом в новом городе, который... Так, кто? Человек в маске? О-оу! Надо быть осторожным. Главное, чтобы он меня не увидел. Давай, сядь. Потихоньку. Что? Там человек в маске живет. Со всеми монстрами. Мы это узнаем обязательно в следующей серии. Я проберусь туда со своими друзьями. Это будет интересно, вроде бы не заметили. Что они там замышляют-то, не пойму. Вау. Надеюсь, вам понравился видеоролик. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, жмите на колокольчик. И, ребята, если вы хотите продолжение истории в этом новом городе, пишите комментарии, гоу продолжение. С вами был я, Игорь Котор. Всем удачи, всем добра, всем пассивности, всего хорошего. Делайте добро, не делайте зла, будьте на пассиве. Всем пока.